Большая мышь сказал, что его кто-то попросил меня спасти. Я с ним совсем недавно. Нужно быть одним из большой тройки, чтобы просить о таком. О ком ты говоришь? Для начала нужно кое-куда сходить. Куда? Там вы получите все ответы, которые вас интересуют. Это похороны большой мыши. Люди, присутствующие здесь, основные члены организации. Пак Юнгал второй после мыши? Он третий. Я обращаюсь к своей любящей семье. Мы не стеснялись нарушать законы и обманывали для достижения своих целей. Наши методы больше не будут работать. Теперь нам нужен тот, кто будет руководить нашей организацией по-другому. Теперь это Пак Чан Хо. Доверьтесь Пак Чан Хо и выполняйте его приказы. Это мое последнее желание. И мой последний приказ. Это последний приказ большой мыши. Если вы отказываетесь подчиняться, пожалуйста, встаньте. Я подчинюсь.